Привет, приехали в автосалон Лада, узнаем цены на декабрь месяц этих автомобилей. Нива Travel стоит, Лада Гранта, Ларгус, СВ, Веста и X-Ray. Сразу пройдем к цене. Исполнение классик у нас 1.6, 16-клапанная, 106 лошадиных сил, пятиступка, механика, стоит 837 900. Сразу пройдемся. Стоит сетка дополнительная от мух, ярко выраженная губа, такая красивая сделана. Зеркала в цвет, ручки не в цвет. На карте дверей у нас угольный пластик, два стеклоподъемника, здесь подбутыльник, руль простой у нас идет, сиденья такие простые, мягкие, поролон. На салазке, сейчас подрегулируем сиденье, посмотрим все. Стоит мультимедийная система, ручка простая, в матовом черном цвете, стоят две заглушки, подогрева сиденья нету, подлокотника нету, кондиционера нету, USB порта нету, 12-вольтовая розетка, два подстаканника. Посмотрим, как переключаются передачки у нас. Мягко, все заходит. Бардачок у нас просторный, формат А4 влазит, большой, с подсветкой. Здесь у нас зеркальцев нету. Пойдемте на задний ряд сидений посмотрим. На заднем ряду сидений у нас стоит на карте дверей весла. Тонировка легкая, заводская. Два подголовника. Антенна простая, тычка стоит. Партроников нету. Их надо будет самим установить. Зато стоит у нас камера заднего вида. Багажник большой, просторный. Стоит сигнализация. Колонки стоят. Pioneer. Prology. Мультимедийная система. Ну, здесь все. Просторный. Такая полка. Она цельная. Не как у Гранты сдвоенная. Двигатель у нас 16-клапанный, 1.6, 106 лошадиных сил. Вот. Здесь шумки нету, дамы и господа. Поставили уже лифт. Здесь стоит у нас кочерга. Но это уже как идет дупом. Ёбушки, воробушки. Следующий автомобиль у нас Веста СВ идет. Сразу пройдем, посмотрим комплектация. Классик 1.6, 16-клапанный, 106 лошадиных сил, пятиступка, 927 000. Давайте посмотрим. Противотуманок нет, видите. Стоит на колпаках резина. У нас 185 на 65, 15. Здесь обработано уже. Подкрылки фетровые. Зеркала не в цвет, ручки тоже не в цвет. На карте дверей мы видим два стеклоподъемника, тоже гольная пластмасса. Сиденье в таком черном black цвете, так же как и ручка. Мультимедийной системы нету. Руль простой, не мульти. Давайте посмотрим, что у нас сзади. Сзади у нас весла. Большой просторный диван. Сзади у нас также барабанная тормоза, на штампованных дисках стоит, резина Фирелли. Посмотрим сзади, стоит коврик уже, пластмассовый такой, полноразмерное колесо, ну тут сами видите, шумоизоляция войлочная. Все обработано уже мобилем. Видим, да? Автомобиль уже подготовленный полностью. Предпродажная подготовка прошла. Стоят брызговики также. Следующий автомобиль у нас Веста СВ. Комфорт 16-клапанная, 1.6, 106 лошадиных сил. Также механическая пятиступка. Стоит 975 000.
дилер уже установил с декабря месяца доп. Оборудование до 30 тысяч. Абсолютно. Впереди стоят дисковые тормоза на литье. Здесь стоят у нас подкрылки пластиковые. Зеркала в цвет, ручки тоже в цвет. Стоит легкая такая тонировка. На карте дверей 4 стеклоподъемника, регулировка зеркал. Здесь уже представлен мультируль. На заднем ряду стоят два подголовника. Подлокотника нету. Здесь у нас только 12-вольтовая розетка. Здесь заглушки. Кармашек один есть. Все в черном стиле сделано. Лифт ручки. Крючок. Свет яркий. Плафон такой красиво сделан. Пойдем посмотрим багажник. На карте дверей стоит стеклоподъемник уже. Не весла. Тоже большой просторный багажник. Дополнительное оборудование стоит уже от Лады. Здесь у нас огнетушитель, аптечка уже. Я охерел просто. Здесь коврик уже идет более эластичный, чем у той модели. Также стоит полноразмерное колесо, органайзер и войлочная шумоизоляция. Ну, в принципе, и все. Пойдем посмотрим, стоит дальше у нас Ларгус. Лада Ларгус. В таком сером цвете, как мышь. Давайте посмотрим цену, соответственно. Исполнение комфорт. 1.6, 16 клапана, 106 лошадиных сил, механика. 7-местный автомобиль. Стоит 1 111 900. Смотрим, противотуманных фонарей нету. Стоит сетка допа. Зеркала в цвет, ручки тоже в цвет. Здесь под ключ. Стоят рейлинги, антенна простая. Антычка у нас такая прорезиненная. На карте двери 4 стеклоподъемника. И замок. Здесь сделано под карбон. Ручка хромированная. Ну, пластмасса, соответственно. В этой комплектации у нас стоит уже мультируль без всяких заглушек. Круиз-контроль, полифония. Здесь экранчик такой маленький. Ну, поставили бы, как на Весте, такой большой экран. Масочка! Вообще бы классно смотрелось. Стоит подогрев сидений трехзонный, как у пассажира, так и у водителя. А здесь стоят заглушки. Давайте посмотрим, как включаются у нас передачки. Мягко. Здесь регулировка зеркал у нас стоит под ручником. Кожзам. Подлокотник стоит. Ниша такая небольшая. Может что-то положить. Бардачок идет без подсветки. Формат А4 легко влазит. Здесь такой кармашек под руководство автомобиля. Сделана такая небольшая, чтобы не вылетала. Отдельно сделали. На двери у пассажира стоит уже стеклоподъемник. Здесь такая ниша. Ну, короче говоря, ребят, все в пластике сделано. Давайте посмотрим. Зеркальце стоит у пассажира без шторки, а у водителя состоит с шторкой. Пойдем посмотрим задний ряд. На заднем ряду сидений два подголовника, подлокотника нету. Здесь на средней консоли стоит заглушка, 12-вольтовая розетка. Также коврики идут оригинальные, уже допом. Здесь сделано в коже сиденья кармашек, а здесь нету. Автомобиль у нас 7-местный. Пройдем на третий ряд сидений, посмотрим. Сразу же видим плафон. Я уже включил, подготовил. На третьем ряду, ну, третий ряд сам по себе предназначен для детей. Мой рост 174 сантиметра, но я вхожу. Ну, просто, ребят, неудобно сидеть. Кулачок влазит. Два подголовника. Ремень безопасности. Здесь стоят заглушки. Ручек нету. У каждого пассажира стоит подстаканник. Темно, наверное, не передает камера. Это всех световых ощущений. Идем посмотрим багажник. Сзади у нас бампер в цвет. Стоят три портроника. Внизу стоит полноразмерное колесо.
камера. Сейчас откроем, посмотрим, как здесь пару сумок поместится. Может, куда-нибудь в поездку. Резина стоит Формула R15. Давайте посмотрим днище автомобиля с вами. Днище полностью автомобиля обработано уже. Следующий автомобиль такой красивый, в таком темном цвете, приятно смотреть. Уже стоят противотуманные фонари. Цена также, как вас интересует, стоит 959 900. Исполнение комфорт, оффроуд, 1.7, 8 клапаны, 80 лошадиных сил, 5-ступка. Такой красивый шноркель, сочетается с цветом. Дефлектора стоят, зеркала такие матовые, черные, не в цвет. На карте дверей стоят два стеклоподъемника. Вставка такая сделана, типа в горошек, в такую вкрапинку. Ну, приятно смотреть, конечно. Сиденья также сделаны в крапинку у нас. Кстати, сиденья такие комфортные, удобно сидеть. Давайте посмотрим, как переключаются передачки у нас. Передачки заходят с одного раза. На ура. Стоит подлокотник. Два подстаканника, ниша. Также для пассажиров подстаканники. Здесь 12-вольтовая розетка, регулировка зеркал, подогрев сидений идет, щелканье такое. И здесь стоит под аудиосистему заглушка. Руль у нас не мульти, такой пластмассовый, ну, приятный такой на ощупь. Самое интересное, плафон яркий. Вверх у нас крыша у нас сделана в каком черном цвете, цвет black. Зеркальце стоит. У пассажира, у водителя нету. Давайте посмотрим, как открывается. Тоже на веревочках сделано, не как на Весте и Гранте, у нас сделана пластмасса. Здесь влазит формат А4. Довольно такой приятный. Коврики уже стоят резиновые. Это как допом уже сейчас ставит АвтоВАЗ. Это дополнительная стоит полоса уже наклеена. Это уже заводское идет. Стоит кондиционер у этого автомобиля. Ну, серия такая black. Автомобиль стоит уже на литье. Здесь барабанные тормоза. Кардиант резина. Здесь уже все обработано. Посмотрим, что у нас на заднем ряду сидений. Здесь стоит уже легкая тонировка, весла, два подголовника. Смотрите, как спрятали они, сделали прикольно защелки. Подлокотника нету. Сзади в матовом цвете. В таком с кожей чехол стоит. Посмотрим сзади. Полка стоит такая в сером цвете, цельная. Багажник такой небольшой, честно скажу. Идем посмотрим следующий автомобиль. Нива Travel тоже идет. Комплектация у нас, сейчас посмотрим. Комплектация люкс, оффроуд, 1.7, 8 клапаны, 5 ступка, тоже стоит 1 020 000. Комплектация максимальная, цвет такой серый, как мышь. От этой комплектации отличается от комфорта. Здесь стоит антенна. Вот. Зеркала в цвет, ручки тоже в цвет, там не в цвет идет. Резина у нас стоит 215 на 65, 16 радиус, все уже обработано, подкрылки фетровые, стоят брызговики. Давайте посмотрим снизу автомобиль. Уже ярко так переливается, обработано уже все.
антикором. Тонировка идет легкая. Также на дверях два стеклоподъемника. Ну, все это же самое. Здесь в люксовой версии стоит мультимедийная система, такая небольшая, экранчик. Ну и все. Следующий автомобиль у нас Гранта Универсал. Пройдем к ценнику. Исполнение классик, 1.6, 8 клапана, 90 лошадиных сил, 5-ступка. Стоимость 67 тысяч. Противотуманных фонарей нету. Сетка стоит допом уже от завода-производителя. Стоят колпаки. Резина КАМА на 14. Брызговики установлены как допом оборудование. Здесь уже фетровые подкрылки. Зеркала не в цвет, ручки тоже не в цвет. Тонировка стоит легкая. Давайте пройдем в салон, посмотрим. На карте двери два стеклоподъемника, тоже в черном цвете, такая серия Black. Здесь сделано под карбон. Руль у нас никогда не был мульти. Сиденья сделаны в сотовом таком исполнении. Коврики Гранта в рыжем цвете таком выделяются допом. Давайте присядем в автомобиль. Стоят заглушки под мультимедийную систему. Ну, в черном цвете, в таком все в исполнении сделано. Давайте посмотрим. Зеркальцев нету. Не у пассажира. Ручка простая идет. Сделали бы лифт. Вот самое то бы было. Классно смотрелось. Давайте посмотрим бардачок. Бардачок с подсветкой. Здесь стоит дополнительная ниша. Кондиционера нету в этой версии, только переключение барашком скорости, поток воздуха. Стоит подогрев заднего стекла, USB, стоит 12-вольтовая розетка, USB порта нету. Здесь стоят заглушки, я так понимаю, тут подогрев сидений должен стоять. Подлокотника тоже нету. Посмотрим задний ряд сидений. Стоят весла, здесь угольный пластик, два подголовника. Давайте посмотрим багажник. Универсала никогда не смотрели с вами. Багажник такой большой, просторный. Если сложить задний ряд сидений, получится, можно перевести будет холодильник. На задней крышке сделана такая ручка. Все сделано в пластике, но видите, здесь винты, а здесь стоят заглушки. Ну, здесь заглушки не поставили, а здесь не пластик. Полка такая двухскладная. Ребят, вот смотрите, здесь такие хилые зацепы стоят, пластмассовые. Также стоит резиновый коврик, дополнительное оборудование. И полноразмерное колесо. Здесь войлочная шумоизоляция стоит. В принципе, и все. Следующий автомобиль Lada Granta Liftback. Цена у нас 645 тысяч плюс допы. Это надо узнавать у менеджера. Вот простите, вот, конечно, за этот нюанс. Вот люди не говорят. Цену узнавайте у менеджеров. Как мне сказали. Следующий автомобиль у нас Vesta Cross идет. В таком исполнении по кругу идет уже пластик, стоят литые диски, дисковые тормоза сзади, ручки в цвет, стоит спойлер, такое красивое исполнение. Давайте посмотрим снизу автомобиль у нас. Снизу стоит балка. Багажник большой, просторный. Здесь сделан уже полностью пластик. Стоит сигнализация Starline. Коврик. Такой, ну, на ощупь такой не больно. Мне не нравится. Также шумоизоляция войлочная.
полноразмерное колесо, формула, подсветка с двух сторон и 12-вольтовая розетка. Давайте посмотрим цену этого автомобиля. Цена этого автомобиля 1 042 900, исполнение комфорт 1.6, 16 клапаны, 106 лошадиных сил, 5-ступенчатая механика. Резина стоит Ferrelli, 205 на 50, 17 радиус, тоже уже все обработано, здесь пластиковые подкрылки, ручки в цвет, зеркала тоже в цвет. Ну, здесь идет уже поинтереснее, вставка сделана, сочетание с цветом кузова, сиденья сделаны тоже с такой вставкой, хэштеги посередине, материал сделан, подлокотник стоит, два подогрева сидений трехзонных, полностью укомплектованный мультируль, штатная магнитола, вставка такая серая стоит. Ну, здесь также ниша, кармашек сделано. Кстати, здесь сделан войлочная такая, под бархат черная и подстаканник. Все красиво. Кондиционер стоит в этой комплектации. Два подстаканника, 12-вольтовая розетка. Здесь USB порт и под AUX. Прикольно сделано. Давайте посмотрим, как включаются передачки у нас. Легко переключаются. Сделан уже в глянце. Красиво. Ну, мне этот автомобиль больше нравится, чем вот этот в черной комплектации. Серия Black. Внутри по салону поприятнее смотрится, как говорится. Давайте посмотрим. Здесь у нас стоят зеркала уже. Как у пассажира, так и у водителя. Такой яркий свет, плафон. На карте дверей расположены 4 стеклоподъемника, регулировка зеркал. Такой яркий плафон горит, ручки лифт, крючок стоит. Здесь, дорогие друзья, не хватает у нас подлокотника, два подголовника. В материале тоже сделано с такой вставкой в серой, кожаная. На центральной консоли стоит заглушка и 12-вольтовая розетка. Ручки сделаны также в глянце, как и впереди. Радиаторная решетка красиво смотрится. Кстати, здесь идет стеклоподъемник, легкая тонировка. Здесь сделана вставка, как змея оканчивается. Алюминиевые ручки такие. Здесь, кстати, не алюминиевая, а пластмасса сделана. Всем пока, до новых встреч. Встретимся в Рено-салоне. Ставим пальцы вверх.